to. На Дворцовую. Трёшник. Ты ошалел, трёшник. Всю жизнь целковую стоил. Давненько, видать, в Петрограде не были, господин хороший. А после февраля, почитай, целковый ничего не стоит. Трогай. С фронта? С фронта, с фронта. А у нас, почитай, как Киренский пришел, порядку нет. Из тюрем повыпускали кого ни попадя. Политические, и варьё с убивцами. Все ночи по улицам ходят. Ха, шалят, а порядку не сыщешь. Залезть в полиции, топереча милиционеры, то польза от них. На фронте-то как? Да никак. Ты здесь очень тянешь. Ты делаешь слишком долгую паузу. Маменька, я пою так, как учил маэстро Пикколи. Я мать. И не хуже маэстро знаю. И... Барышня! Барышня! Письмо с фронта. Надя, Наденька, что случилось? Эти убили. Они же были помолвлены. Вера. Аня заплатит. И попрощаться я на фронт. В женский батальон у Бочкарёвой. Я отомщу. Я тоже. Надя, что ты? Я тоже с Верой, мама. Фрося, Фросенька, верни ее! Фросенька, верни ее! Варенья, да что я могу-то, а? Сейчас, подожди.
Миленькая, все что угодно. Как угодно, только верни ее, слышишь? Барин, я сделаю. Силой привела к барыне. Верни ее. Я сделаю. Сделаю. Барыня, спасибо. Спасибо большое. Жив. Благодарю. Благодарствовал. Поручик, наконец-то заседание началось уже. Да черт знает что. Поезд только до Нового Петергофа дошел. Дальше на пролетке. Таким образом, господа, наш главный удар – Юго-Западный фронт. 11-й и 7-й армии на Львов. 8-я армия. Прошу прощения, господа. Прошу меня извинить, господа. Но сейчас есть более важная тема, чем обсуждение плана наступления. Я имею в виду боеспособность армии. Что вы хотите сказать? Я скажу прямо. Солдаты, развращенные идиотскими лозунгами, лживой свободой, не желают больше воевать. Что? Лживой свободой? Наш отдел подготовил доклад о состоянии армии в настоящий момент. Разрешите представить доклад? Давайте, полковник, давайте. Только без этих ваших реверансов. Да, конечно. Будьте так любезны, раздвиньте ширмы. Я мешаю? Ого, фильма. Барышня, погасите свет, пожалуйста. Начинайте. Это участок 256-го Елизаветградского полка. Солдаты отказываются воевать. Они повсеместно митингуют и братаются с немцами. А немцы усугубляют развал и разруху. Они спаивают солдат. Их агитация написана хорошим русским языком. А это 525-й полк 1-го сибирского корпуса. Идея свободы, залитая немецким шнапсом, делает солдат совершенно одуревшими. Долго защищать отечество больше нет. Солдатские комитеты и советы ведут армию к полному разложению. Стоп! Достаточно. Включите свет. Полковник, меня ваш доклад не удовлетворяет. По-моему, это просто хитро вами же подтасованные материалы и все. Господин Керенский. Я прошу вас помнить, что я офицер, а не карточный шулер. Шторы откройте, пожалуйста. Если хотите спасти армию и страну, нужно немедленно вернуть смертную казнь в военно-полевые суды. За дезертирство, за братание с врагом, за неподчинение офицерам необходим расстрел. Браво, полковник. Молчать! Да, теперь нас спасет только чудо. Нет, не чудо, а конкретные действия правительства. По моему приказу идет набор в женский батальон Бочкарева. Именно это поднимет боевой дух армии. Женщины погибнут под первыми же пулями. Вы этого хотите? Ни в коем случае. Именно поэтому, господин Половцев, я приказываю лично проследить за подготовкой и отправкой батальона на фронт. Следующее! Проходите, проходите сюда. Прошу прощения.
Фамилиями, возраст. Дети есть? Я его пока мест братья на семье оставила. Дети, шага, марш. Следующее. Вера! Следующее. Как я рада. На медосмотр прошу. Следующее. Колокольчиковая Евдокия Акинфеевна. Ты чего здесь? 18 лет, детей нету. По росту не подходите. А это медосмотр решает. Извольте записать, Евдокия Акинфеевна. Ты сдурел? Нам с женщинами нельзя. Я без тебя тут не останусь. Куда ты, туда и я. Пиши. Надежда Петровна! Следующая. Настя! Барышня, я за вами. Здравствуйте. Вставай между мной и Верой. Здравствуйте, Вера Дмитриевна. Оплатить будут? Не буду. Лосенька. Следующая. Фамилия, имя, возраст. Бакина Надежда Сергеевна. 36. Из крестьян. Фамилия, имя, возраст. Великий Новгород. Ребенок взрослый. На медосмотр. Плужникова Серафима Никитична. Я у графини Татищевой служу. Служить будете отечеству. Барышня, прошу в сторону, вы не подходите. Не поняла я. Свистунова Галина Михайловна. А чё это я не подхожу, а? Видать, толста ты. Я? Я толста. 26 лет. Дети есть? Ну-ка, ваша бродь. Куда пошла? Подожди ты. Толста, да? Да я не толста. Я здорова! Вот дает баба. Ты чуть к нам приперлась. Имущество портить? Я нет. Я в своей деревне, почитай, всех мужиков отвадила руки распускать. Я что, я с германцами не справлюсь. Как звать? Дуся Гринева. Евдокия Гринева, назначаю тебя своей помощницей. Николай Александрович. Я. Вот эти эксельбонды. Слушаюсь. Мария Леонтьевна, там генерал приехал, вас просит. Пойдем, запишешься. Господин генерал, идет запись в женский батальон. Командир, унтер-офицер Бочкарева. Больно. Бог сына не дал, вот что могу. Отдаю дочь, единственную. Примите мне ее рапорт. Госпожа старший унтер-офицер, новобранница Наталья Татищева, ваше распоряжение прибыла. И стрелять умеешь? Так точно. Я подготовку проходила в летних лагерях. С 5 лет с папой ездила. Моя служанка Серафима Плужникова тоже умеет. Она должна быть уже здесь. Добро пожаловать в батальон. Спасибо. Прошу. Надеюсь, что вы понимаете, что делаете, Мария Леонтьевна. Храни вас Бог.
Барышня. Нет здесь больше барышни. Стригите. Прошу вас. Отставить! Все, кроме левофлангового, должны повернуть голову налево и выстроиться так, чтобы видеть грудь четвертого человека. Ровнясь! Ну, чего ты вылезла? Так а как я у четвертой грудь вижу, когда она у ей во, а у этой во? Выстраивай нас по птичкам, командир! Тихо! Вы тогда на обувь смотрите. На носки четвертого человека. Здравствуйте, новобранцы! Здравствуйте! Вам следует называть меня госпожа начальник. Вот это мой заместитель, поручик Селезнев. А также инструкторы Алексей Колокольчиков и Ефим Задорожный будут обучать вас солдатской науке. И готовить к экзаменации. Потому что пока вы не батальон, а просто женщины. Поэтому приказываю бабью сущность оставить дома. За любые шуры-муры буду выгонять сразу. Мне нужны солдаты. Ясно? Нюра, давай сюда. Жидовка, иди отсюда. Иди отсюда, сказала. Вот твое место. Девеньки, гляньте-ка. Ну-ка, дай-ка сюда. Что ты делаешь-то? Ты чего делаешь? Ах ты, сука. Холонись. Мы сюда не для этого пришли. Слышь ты, благородная, шла бы ты на те кровати, а? Мы тут все простые, тебе с нами не с руки.
Евдокия, вы теперь главное. Наведите порядок. Во, Дусь, смотри. Это место как раз для тебя. Не дует. От входа дальше. А ты, благородная, иди туда. Правильно, Дусь? Ну да. А вы в окопах делить будете, кто благородный, а кто нет? Слышь, умная, я тут командир. Так что бери свое тряпье и катись отсюда. Хорошо, я уйду. Но вы лжете. Вы просто хотите занять это место, оно вам кажется лучше. Пререкаться? 2 часа стоять на табурете. Не встану. Что? Врежь ей, Дусь. Тогда и мне соблаговолите врезать. Ну, все слыхала. Решаем просто. Ты хочешь на ее место? Милости просим. Ты на ее, а ты на ее. Ну, коль меняться так во всем, ты на ее место в рядовые, а ты на ее старший по команде. Сдать Аксель Ивановна. Сдать Аксель Ивановна! Всем отбой! Испугался. Может уйти. Первая шеренга! Вперед! Пошли. Пошли. Немец ждать не будет. Ничего, я его и так возьму. Вперед! Гринева! Ты что творишь, зараза? Что, зараза? Сам сказал, немец ждать не будет. Остальные на том препятствии. Давай, не поднимайся.
закружилась. Не рассыпалась. Нет, нет. Ничего. Давай. Пойдем. Значит, началась газовая атака. А это газомет. Он стреляет газовыми бомбами. Целься! Вот мои, господин поручик. Да нет. Вот ваши Ефросини. Плохо стреляете. Я стараюсь, господин поручик. Значит, плохо стараетесь. Я целилась. Голову. Огонь! Ложись! Подъем! Прекрасный стрелок. Рад стараться. Вперед, вперед, быстрее! Прибьют тебя, будешь копаться. Сейчас как дам, к земле сильнее прижимайся. А то зад отстрелит. Нужна ты мне без зада. Вперед, вперед, вперед! Отделение! Встать! Ты. Первое отделение на исходную, вперед! Пошли, 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 пошли. И ты. Иди сюда. Приготовиться. Вставай. Огонь! Бей ее. Как? По лицу бей. Теперь ты бей. Я не могу. Бей. Не могу. Значит, ты бей. Кулаком бей. Бей. Я не могу. Бей. Вот так. Бей. Я не могу. В живот бей. Вот так. Бей. Я не могу. Бей. Я не могу. Бей.
кончены мы. Окно не закрывай. Хорошо. Тише, тише. А откуда знаешь? Пахнет же. Нюх у меня с детства. Это хорошо, что нюх. Товарищ командирша, я до тебя. Чего? Прошу отойти в сторонку. Ну, пошли. Подружочку соскучилась, силов нет. Пусти на одну ночку, Леонтьевна, а то скоро на фронт. Не. Да что ж ты, разве не понимаешь? Баба ты, аль нет? Нет. Это что же за порядки такие, а? Это значит, можно? Каждую ночь к белдружку через фортку сигает. И насчет дружка надо бы выяснить, что это за офицерик такой, а? Доносим, значит, да. Что? Иди ты. Что? Вот это. Вот это? Кому бегала? Я тебя спрашиваю, кому бегала? Никому. Слухай сюда, офицерша. Мы с товарищами-солдатками требуем создания солдатского комитета. Да, требуем свободу. Без рукоприкладства и мордобоя. Вставай! Увижу в батальоне, пристрелю! Требовать она у меня тут будет свободы! Пошла! Домой сказала! Бегом, бегом обе! Шалеш, еще повидаемся! Да, повидаемся! Еще партийные имеются? Ешьте, а то остынет все. Понимаете, Мария Леонтьевна, мы год ждали. И вот, наконец-то, нам ехать надо. У меня же Наденька, она же певица. Она не солдат. Ей, понимаете, Мария Леонтьевна, ей горло надо беречь. Я ей Фрося-то поэтому заплатила, чтобы она мою Наденьку домой вернула. Ах, вот оно что. Коммерция, значит. Раз, два, отставить. Господин поручик! Юрасову и Ланцову, госпоже начальнику.
Рядовые Юрасова Ланцова по вашему приказанию прибыли. Ну все. Барыши кончились. Больше тебе за барышню платить не будут. Я ее сама отпускаю. Фросенька, то, что я тебе дала, ты можешь себе оставить. А у нас обстоятельства. Нам с Наденькой ехать надо. Простите, барышня. Мама, ты ей что заплатила? Наденька, я же уберечь тебя хотела. Мы ведь так долго ждали. Вот. Надя, это же Ласкала. Разрешите продолжить службу? Разрешаю. Хорошую дочь вырастила. Спасибо вам. Барыня! Вот, возьмите здесь. Все ваше. Смотрите, ничего не взяла. Все ваше. Простите, Фросенька. Барыня. Фросенька, как же это вы? Разрешите встать, строй. Да ты что, это сама решила остаться, что ли? Сама. Сама. Ну, иди. Спасибо. Прощайте, барыня. Прощайте. И девка у вас правильная. Унтер-офицера Бочкарева. Точно так. Чем могу служить? Приказом командующего округом. Генерала Половцева. Вы арестованы. Сдайте оружие. Господа офицеры, вам приказано немедленно явиться в штаб для получения новых назначений. Прошу. Понимаешь, за что арестована? Никак нет. Не понимаю. Да как же допустили такую дуру? Прошу пока помолчать. Ты старший офицер батальона. Арестована за рукоприкладство.
Но товарищи согласились уладить дело миром. Условие одно. Излагайте. Петроградский совдеп требует создания в женском батальоне Бочкаревой солдатского комитета во главе с товарищем... Свистуновой. Я прошу прощения. Вот и армию разваливать. Вот. Отдали, сына! Батальон завтра же. Завтра же будет расформирован. Вы за невыполнение приказа разжалованы и уволены из русской армии. До этого времени будете под арестом. Простите, Петр Александрович. Увести! Нельзя! Петр Александрович, извините, ворвалась. Вольно. Слушаю. Господин генерал, Петр Александрович, женский батальон Марии Бочкаревой прибыл в полном составе для получения объяснений о причине ареста командира. Исполняющая обязанности командира Татищева Наталья. Графиня? Ильи Владимировича дочь? Так точно. Но к делу не относится. Что ж, уведомляю вас. Младший унтер-офицер Бочкарева арестован за неподчинение приказу о создании в батальоне солдатского комитета. Господин генерал, вас не уведомили. Солдатский комитет в батальоне создан. Комитет требует немедленного освобождения председателя комитета Марии Бочкаревой из-под ареста. Не мелите ерунды. Где ваш комитет? Здесь, господин генерал. В состав комитета вошел весь батальон. Вы свободны. И передавайте поклон вашему батюшке. Не смогу этого сделать.
бабы у нас. Батальон! Равняйсь! Смирно! Господин генерал, солдатский комитет женского батальона Марии Бочкаревой построен. Мы требуем... Простите. Просим. Освобождение командира и отправки в действующую армию. Встаньте в строй. Принимайте командование, унтер-офицер. На завтра назначаю экзаменацию батальона. Слушаюсь, господин генерал. Ура! Но имейте в виду, если хоть одна из вас экзаменации не выдержит, на фронт не отправится никто. Батальон будет расформирован. Нельзя вам завтра. А ну как опять плохо станет. Подведемся ведь всех. Смолчи, Серафим, и разбудишь всех. Как замолчать-то, когда такое дело, родная моя? Господи, спасибо, милая. Серафима, что случилось, Наташа? Да. Скажешь, не прощу. Что такое? А что не спил? Что случилось? Говори. Она все одно говорит. Отец умирает, муж погиб. Россия гибнет, и я, говорит, за них готова. А детюда зачем помирать? Какого дитя? Я беременна. Ну, то, что ты нас отстояла, спасибо тебе большое. Но завтра весь батальон можешь под монастырь подвезти. Я чуяла, от тебя ребеночком пахнет, будущим. Строится. Собралась? Вставай, строй. Рядовой Татищева. Сдать аксельбанту. Людова.
бери. Помощницей моей будешь вместо Натальи. Слушай. Вставай в строй. Иди домой. Дети урожай. А мы ради них туда едем. Разойдись, отдыхай. Начальник, рядовые Ланцова и Расова Неклюдова полосу препятствий прошли. Разрешите встать в строй? Нет, не разрешаю. Вы сорвали экзаменацию и опозорили весь батальон. Так нечестно, госпожа начальник. Велено было пройти полосу. Мы прошли. Поздно прошли. Стоим и ждем вас здесь! А что? А было в вашем приказе хоть слово про время? А в вашем, господин генерал, было? Командир должен свой приказ блюсти. Иначе какой он после этого командир? А ведь права, зараза. Права. Вам, что не бросили товарища, объявляю благодарность. Встать в строй. Чего сильно подвернул? Нет, маленько. Давайте, вставайте, давайте. Экзаменацию батальона считаю успешно пройденной. Допускаю батальон к присяге и отправке в действующую армию. Молодец. Спасибо, Петр Александрович.
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Батальон! Шагом! Марш! Как же я без тебя жить буду? Ведь убьют тебя на этой войне. Мам, ну что вы, мам, ну не позорьте! Простите меня. Прощайте. Осторожней с ранеными, осторожней! Следующего готовим! Здорово! Я! Еще подводы подошли. Есть! Начальника состава! Командиру! Второй гудок! Скоро поедем! Не могу поверить! Просто чудо! Это не чудо. Мы просто едем на фронт. Подожди, подожди. Я справлялась. Надя! Грузитесь, Николай Александрович, помоги. Так, девоньки, давайте. Все по вагонам! Поезд отправляется! Барышня. Барышня, нам его забирать надо. Подождите. А кто он вам? Жених. Открой глаза. Пожалуйста, открой глаза. Я так люблю тебя. Это твой. Барышни, солдаты, сейчас смотрим на меня. Хорошо. Шеренга, стой! Отдыхать!
Поцелуй-ка меня, красавица. Или кали прямо в сердце. Все одно ты его погубила. Один поцелуйчик, красавица. Сука! Это я, сука! А когда я вас после 14-го года на себе раненых таскал, тоже сука была, а? Ну что вы думали? Ну что за стыдобище? Ну что мы тут, по-вашему, кувыркаться да тискаться приехали? Да мы воевать пришли. Вместе с вами землю нашу от немцев защищать. Ну, братцы. Ишь, сука агитирует. Сука и есть. Да мозги у тебя, дурю, заплыли! У всех у вас! Раз такую поганость позволяете, бабы за место вас воевать готовы! Лоханичайте! Братцы! Так это ж наша Бочкарева! Это же она меня из-под огня вытащила, и вон Панкрата! Панкрат! Панкрат, твою мать! Ты... Да тут-то я, тут-то! Значит так, братцы, эта баба своя, боевая. Не баба, а друг и товарищ. Я тебя помню. У тебя, небось, пудов 8 будет. Добрый, братцы, решили. К бабам-то переча с уважением. Тем более они за это штыками голосуете. Только и вы, бабы, запомните. Решением солдатского комитета войны у нас тут нету. Нам домой живыми охота. А так, пожалуйста, гуляйте. Воздух у нас здесь добрый. Ты чё, сморчок, думаешь? Мы сюда из Петрограда на прогулку шли. Родину как ты просирать? Будешь супротив комитета вякать, получишь в харе свинцовую пломбу. Все, братцы, пошли, пошли. Батальон! Вольно! Разойдись. Где полковник Бороздин? В избе? Веди. Пожалуйте, госпожа подпоручик. Они не хотят. Я прошу направить батальон на передний край обороны. Немедленно, сейчас же. Вот это правильно. Нечему здесь глаза солдатне мозолить. Солдатне? Это вы так о своих солдатах? Солдаты? Где вы здесь видели? Да ну же не мои солдаты, опухшие от шнапса, преступный сброд. И чем вы дальше от них будете, тем для вас же лучше. А на переднем крае у вас тогда кто? На переднем крае у меня мадам-подпоручик. Вообще никого. Только курьеры немецкий шнапс носят.
Разрешите идти? Идите. Ящики давайте. Селезнёв! Моя землянка крайняя слева, твоя на правом фланге. Понял. Мария Леонтьевна, надо бы пулеметы проверить. Давай. Неклюдова. Немцы орали. Сил нет. Что я цветы у них собираю? Солому надо привезти. Матрасы набить. Дусь. И пол засыпать надо. Спасибо, пыль. Еще чего. Это наши цветы. Русские. Пылище. Там немцы! Hello. Wir haben Geschenke. Подарок. Wurst, Fleisch, Schnaps. Für euch. No. Ihr solltet euch schämen. Wir sind einfache Soldaten. Wie ihr. Wir sind Brüder. Wir wollen nicht kämpfen. Ta, my bratia. Ich bin doch keine Bruder und sogar keine Schwester. Und solange ihr auf unserem Vorland seid, seid ihr unsere Feinde. Hände hoch! Командир, сюда. Сколько у нас пулеметных лет? 18. Вот пиши, 18 пулеметных лет. Госпожа подпоручик, я вас ищу везде. Мы пленных взяли. Братья, с ножами за поясом. Вер, что такое, а? Канон панс. Соль дас хайсен канон ун панс ваген? Nein. Нет. Ну что, гости пожаловали? Госпожа подпоручик, задержаны двое немцев. Несли шнапсы и это. Это сокращение. Канонен, панцерваген, солдатен, офицерен. Ну, пушки, бронемашины, солдаты, офицеры. Это шпионы. Thank you.
Теперь вижу его. Тихо, девочка. Давай. Молодец. Тихо, тихо, тихо. Все, мои девочки. Все, мои хорошие. Поплачь, поплачь, поплачь. Ну, ты убила, ты же должна была его убить. Все правильно сделала. Молодец. Все хорошо. Этот не дышит. В штаб его. Разрешите мне доставить? Разрешите мне? Разрешаю. Пойдем, мои хорошие, пойдем. Все хорошо, молодец. Все, все, все. Убил и правильно сделал. Ты же правильно сделал. Ты все правильно у меня сделал. Все, ты молодец. Все, тихо. Стой. Ну, давай. Опла. Жива? Я не могу дальше идти. Я ногу подвернула. Давай назад. Я сама доведу. Мы же связаны. Ich heiße Josef. Sepp. Und wie heißt du? Toppe dabei. Hör mal, wir haben nichts Schlechtes getan. Weder dir noch den anderen russischen Soldaten. Что ты там бормочешь? Все равно ничего не понимаю. Ich habe zwei Töchter in Bayern. Die sind genau wie du. Gudrun und Helga. Verstehen? Die маленькие совсем. Ребенок, Kinder. Тебе домой надо. Дом. Понимать? Где дом? Под Петроградом. Местечко есть такое. Мартышкина. А, Мартышкина. Сам ты Мартышка. Мартышка, Мартышка, Мартышка. Олена, хилф мне. Питт. Bist du nicht nach Hause gegangen? Спасибо, Глаш. На здоровье.
жрешь. Смотри, не подавись. Это же дитя. Куда ты их привела? Этих девочек? На гибель? На смерть? Нет! Не трогай! Да забирай. Не трогай. Какая же эта пулеметная машинка все-таки красивая. Все в ней по уму. И подача ленты, и скорострельность. 600 ударов, ну, этих выстрелов в минуту. 600 немцев за одну минуту уложить можно. А если за две? Вера, а сколько немцев будет за две минуты? Если ты, Ефросинь, стрелять будешь целый полк. Вот же повезло. Всю жизнь могла простой бабе протелепаться. И ни шиша про пулемет не узнать. И как в огороде верно придумали меня с этим пулеметом здесь посадить. Потому что ежели немец, я его сразу же в бок ужалю. Целый месяц тут сидим. Войны все нет. Наденька, кому пишешь? Петю в госпиталь написала. Теперь маме хочу написать. Поклон от меня. Как странно пахнет. Прям как яблоками. Thank you.
народ. Цела в госпиталь надо? Да нет, задела маленько. Вот вам. 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 Чего? Пошли. Вот вам. 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 Вот вам, вот вам, вот вам, вот вам, вот вам, вот вам. Да хватит уже! Горжусь вашим героизмом, представлю к наградам вас и отличившихся. В списки подайте поручику. Мы сюда не за наградами приехали. Немцы нас боятся. И моя команда может идти в наступление. А мужики нам помогут. Кто? Солдаты. Приказы наступления отдаю не я. Батальону объявляю благодарность. Вы свободны. Что надо? Понимаешь, мать, какое дело? Народное, можно сказать. Революция у нас была, может, слыхала? Царя скинули. Ну? А вот теперь рассуди. Народ скоро землицу делить будет. Так на кой нам свою голову под пули подставлять, а? И нам, и вам, да и германцам. У них же тоже детишки имеются. Бабоньки, дорогие, езжайте-ка вы домой, к мужьям под бочок, а? Красавица, у тебя муж-то есть? Ишь ты, заботливый. И мужа моего приплел, и детишков немецких пожалел. А то, что немец на русской земле стоит, ничего? Не убедил. Не убедил. Афанасий. Афанасий. Здравствуй, жена моя. Гулящие. Здравствуй. Чё это я гулящая? А Янкель? Бандит. Сбежала. К Юрию бандиту. А как ты бил меня? Как истязал? Помнишь? Ну всё-всё. Погуляла. Сейчас прочь у тебя маленько. Домой поедем. Не поеду.
Мало я тебя бил. Сцена, подобная этой, на 4 часа просмотра. Да ни одной противоположной. Вывод, который я делаю из анализа ситуации, боевых частей, способных вести наступление, нет. Ни одной на всем фронте? Виноват. Одна есть. Надя. Господи, вы поручик бестолочь! Так точно, виноват. Таким образом, я считаю, что наступление в данный момент невозможно. Понятно, полковник, мне в моей армии виднее, что возможно, а что нет. Остановите. Включите свет, пожалуйста. Простите. Другими словами, я могу быть свободен? Я вас не задерживаю.
Господин полковник. Алексей Леонидович, пожалуйста, я уже здоров. Разрешите на фронт? Я все равно уйду. Вместе поедем. Завтра. Наступление состоится. Командиры фронтов и армий в трехдневный срок представить планы операций. Ну, с Богом. Вера, ты пока за старшую, я зажигать, чтоб возврата не было. Второй бой страшнее первого. Девки, за мной! Thank you.
бутылку дай. Давай, Евдокия Гринева, ко мне. Благодарю за службу. Служу Отечеству! Газа ты унюхал? Я, мам. Да не я, мам, а так точно. Поручик, собирай нюхачку в секрет. Нюхай. Скоро немцы нас отсюда выкуривать будут. Так точно. Вера, давай в штаб с докладом. Слушайся. И ты, певица, дуй с ней. Споем там про нашу победу. Слушаюсь. И скажи, что долго мы тут одни не продержимся. Пусть мужиков присылают. В порядок себя приведите! Начальство все-таки. Остальным чистить оружие, отдыхать. Послать некого нету. Целый полк и некого? Это не полк. Это сборище мерзавцев, тварей и предателей. Этого не может быть. Вы лжете. Что? Простите, все не могут быть мерзавцами. Так не бывает. Общее построение. Прошу. Солдаты! Женский батальон Бочкарёвой выполнил приказ. Пошел в наступление и выбил немцам с их позиции. Но им необходимо подкрепление! Помощь нужна. А что это за цирк, товарищ полковник? По поводу наступления мы, кажется, по-хорошему решили. А ли у вас память отшибла? А бабальон, шо бабальон? Сами не послухали, сами пущай расхлебывали. Молчать, Зобов, вы тварь. Женщины наши там, наши родные. Врешь ты, как дышишь. Наши родные дома сидят, нас дожидают. Расходись, братцы! Что, и добровольцев нет? Этого не может быть.
Простите меня. Мужчины, они как дети. Они ласку любят. Покушать. Чтобы их послушали. У тебя что? Уже было с кем-то? Ты чего? Как можно-то? Да ты оно. Желаю. Кто такой? Куда? Полковник Цепляев, главный штаб. Не-не-не-не-не. Не велено никого пущать. Должно сперва солдатскому комитету доложить. Тут стой покамест. Ну-ка, пошел прочь. Это чего, а? Это как? А ты собака. Генерального штаба полковник Цепляев. Меня ваши инспекции не предупредили. А мы не с инспекцией. Мы прибыли для участия в боевых действиях. Что, в России больше никого не осталось, раз полковник генерального штаба на фронт, как простой штабс-капитан? Прикажите лошадей, мы отбываем туда. Лошадей невозможно. Сейчас не время для шуток. Молчать! Желаете лошадей? О! Вот он меня и звезданул. Карпенко! Клочков! Сосорин! Лошадей офицерам. Спрошу вопрос. На кой? На кой? Не рассуждай, лошадей! Не будет вам лошадей. Солдаты с дороги. Напоминаю, офицеры в боях не участвуют. Под угрозой расстрел. Господин подпоручик, за мной. Оружие. Не надо. Значит так. Ну-ну. Разойдись маленько. Только офицерам запрещено. Дошло. Смотрел. Немцы!
Держи. Куда? Я посмотрю. Надя! Идут с двух сторон. Девоньки мои, простите меня. Прощайтесь. Прощайтесь. Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою, не оставляй. Но защищай их, буди мне милостив и соблюди меня от прелести вражия твоим защищением. Да не паду перед сопротивниками моими, и да не порадуется враг мой о мне. Предстань мне, Спасителю мой, в подвиге всем за имя Твое святое. Ты меня укрепи и утверди, и подашь силу встать им мужественно затя до крови, и положите душу мою по любви к Тебе. Яко же и Ты, возлюбив нас, положил неси на кресте душу свою за нас. Аминь.